В течение недели в транспортной полиции Сочи проходили учебные сборы в рамках патриотической акции «Неделя мужества». Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно со специалистами по профессиональной подготовке обучили ребят приемам самообороны, сборки и разборки табельного оружия, а также как правильно и быстро воспользоваться средствами химзащиты. В рядах самых активных оказались и девочки. Самым смелым и любознательным представилась возможность пострелять из пистолетов, правда, пока только на стрелковых тренажерах «СКАТ». Закрепили участники акции все полученные знания на экзамене мужества. Комиссия, состоящая из сотрудников полиции, членов общественного совета и ветеранов, подвела итоги состязаний. Выбрать самых смелых, ловких и сообразительных было нелегко. Было решено победителям соревнований вручить памятные дипломы, а участникам объявить благодарность. Самим подросткам акция пришлась по душе. Некоторые даже всерьез задумались о том, чтобы связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.